65 зареченских ребят скоро разъедутся по разным уголкам страны. Некоторые, чтобы пойти в армию, даже отложили учебу. На данный момент я закончил ЗТИ и учусь в ПенсГТУ на первом курсе. Вот, взял академический отпуск и готовлюсь уйти в ряды вооруженных сил. Сергей будет служить на флоте на подшефном ракетном катере «Заречный». В этом году среди призывников много таких, как он. Ребят со среднеспециальным образованием, которые уже знают, чего хотят от жизни. Для всех будущих защитников Родины со сцены звучали поздравления и напутствия. Они с честью выполнят свой долг, что они будут прославлять имя «Зареченцев». И я желаю им вернуться домой живыми и здоровыми. Помните, что мы вас помним, мы всегда вас ждем. Возвращайтесь. Отличной службы. Чтобы вы были отличниками боевой, строевой подготовки. Чтобы вы выполняли все приказы командования своей части. Большинство зареченцев отправятся служить в подшефные войсковые части в Балтийск, Энгельс и Сызрань. С их командованием давно налажена связь. Военком звонит им каждый понедельник, каждую неделю прозванивает. Я несколько реже, но тем не менее мы знаем, как служат наши ребята. Ребятам вручили страховые полисы, выдали телефоны с бесплатными сим-картами, чтобы служба вдали от дома проходила легче и быстрее. Ксения Тризна, Андрей Лёшин, телерадиокомпания «Заречный».